В честь празднования 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне в Главном управлении ЗАГС Московской области стартовала акция «На двоих одна победа, на двоих одна любовь». В ее рамках состоится чествование юбиляров семейной жизни, судьбы которых связала война. Отдел ЗАГС Московской области, дворец бракосочетания номер один в поселке Барвиха, просит откликнуться супружеские пары, заключившие брак в 1945 году в год Великой Победы.